Почему квадроцикл не разваливается даже при езде на огромных скоростях и по сложнейшим трассам? Как работает эта машина? Выжимая газ, мы получаем различную скорость вращения колес с различной степенью контроля. Авторы документального сериала по деталькам разбирают сложный механизм вездехода. Они объясняют, в чем преимущество бесступенчатых трансмиссий, какое лучшее расположение приводного ремня, что происходит в двигателе при ускорении. И квадроциклу все эти хитрости нужны не только для развлечения ездоков. Многие люди, охотники, рыбаки и так далее, то есть как бы переходят именно на такую технику, то есть в практике. Это и доехать до каких-то мест тяжелых, там перевести груз какой-то. Поэтому сейчас основные покупатели это не просто для покатушек берут, как раньше, а берут именно непосредственно в таких целях, как рыбалка, охота, да, то есть также их берут еще не только для этого. В деревне он как трактор используется. Автомойка, красящие машины, система безопасности лифта, взаимодействие пластиковой карты и банкомата. Как работают машины, узнаете сегодня в 16:30. Подготовленный боец может самостоятельно пустить под откос эшелон. Взорвать ракетную шахту. В считанные минуты заминировать склад с горючим. Умеет изготовить взрывчатку даже из общедоступных компонентов. Подразделение специального назначения Главного разведывательного управления появилось в России 24 октября 1950 года. Его основной задачей была борьба с мобильным ядерным оружием, стоявшим на вооружении стран НАТО, а также диверсии на территории противника. Какой максимальный ущерб может нанести спецназ ГРУ? Что именно умеет каждый конкретный боец? Ответы сегодня в документальном сериале «Невидимый фронт». Такие необычные решения, как коворкинги, еще довольно новые и свежие для города. Что они дают нашему Красноярску? Когда люди приходят туда, с одной стороны, выполнить заказ, когда они еще не могут позволить себе офис. С другой стороны, за счет того, что там собираются самые молодые, самые творческие, самые буйные, бурные ребята, они могут познакомиться, обменяться идеями, тут же скооперироваться под какой-то новый проект и так далее. Софья Дрейцер, управляющая молодежным центром «Пилот», расскажет об актуальных бизнес-тенденциях, связанных со свободным офисным пространством. Это, что называется, клубы по интересам. Например, в одном из таких коворкингов красноярских собираются архитекторы, которые придумают различные проекты, которые впоследствии, возможно, найдут применение где-то в городе Красноярске. Поэтому я думаю, что перспектива у таких площадок есть. Благотворительная акция «Сердце километры» подошла к концу. Подробный отчет о том, как прошел велопробег, в новостях и программе «Утро на Енисее». Сегодня у нас стартует, да, на самом деле, серия сюжетов. Это уже по факту свершившегося велопробега, который мы организовали, наш телеканал «Краевой Енисей» организовал совместно с Альянсом инициатив «Россия без сирот». Это был наш и только наш краевой этап. В велопробеге принимали участие несколько ребятишек из детских домов. И по краю они двигались в составе колонны, в составе которой еще была наша съемочная группа. 25 августа 1609 года Галилео Галилей демонстрирует Большому совету Венеции новое устройство – телескоп. Открывайте для себя новое вместе с первым краевым.